Стена, между прочим, оборонительная, с маленькой толстой. Да. Друзья, короче, я на стройке. Друзья. С той стороны сфотографировали. Друзья, вот такую вот я. Короче, друзья, я работаю сейчас на стройке и нашел вот такой вот, как это называется, клеймо, да, или как, оттиск, если правильно быть, оттиск. Это кирпич 16 века, в Яндексе пробил сейчас по фото. Кирпич 16 века. Такой вот кирпич. Ему уже 400 лет. Вот Москва строится, вернее, Москва, друзья, стоит на старой Москве. Короче, друзья, Москва стоит на старой Москве. Новая Москва, повторюсь, стоит на старой Москве. Это стройка. А какой есть метро, слушай? Это Пушкинская. Так, друзья, это метро Пушкинская. Да, точно, Пушкинская, да? Вот здесь. Здесь вот такой вот я проездом по вахте, по работе. В рабочем доме сейчас меня отправили на стройку работать. Вот, я обнаружил такой вот интересное... Интересный объект, наверное, строительный. Наверное, так будет точнее сказать. Поэтому ставьте жирные лайки, комментарии. Мне и так, как на дебила, все смотрят, что я съемкой занимаюсь. Давайте я вам покажу толщину стены, что увидели вчера. Незаметненько так, ото всех. Вот, друзья, толщины и стройка. Такую толщину стена. Вот такая вот стройка, бетонные плиты над головой, ну и такой вот типа, ну это не бункер, это когда-то, может, он им и был, а здесь можно вот пройти, такая вот катакомба, наверное, можно пройти и, блин, не видно, наверное, сейчас я попробую включить. Пройти, короче, по станциям метро погулять. Друзья, ставьте лайки, комментарии. И не забываем подписываться на канал. А канал называется Жека, друзья. Ну, я думаю, все-таки я лайки такие вот авансом заслужил. Если кто из вас не верил, то что или когда-то, может, слышал, то что Москва стоит на... Вернее, новая Москва стоит на старой Москве. Это все правда. Я сам об этом не думал. Не думал, что так это все... Реально, оказывается, внизу под нами есть еще один город, старая Москва, друзья. Позже поснимаю, как Road to Film снимал некоторые свои ролики, знаете, по каналу Павел. Павел, которого уже с нами нет давно, уже больше года, уже выхода нет. Я попробую тоже поснимать, полазить по подземельям Москвы, вот, и поснимать для вас какие-то интересные видосики. Вот, а пока что вот.